Сейчас у нас будет самое экстремальное приключение в жизни. Вы такого еще никогда не видели, ни у кого, понимаете? Первый раз на моем канале, первый раз на всем Ютубе, первый раз на Ютубе не только в России, а во всем мире. Первый раз в истории интернета, в истории существования всей нашей планеты и мира, и вселенной, да. Вообще, даже до динозавров такого не было. Сосредоточиться, первый раз, никогда такого еще не было. Я первый раз такое вижу не только у себя на канале, а вообще у всех, потому что это что-то новенькое. Серьезный разговор, серьезная тема. Смехуюточки, шутки. Шутейки тут ни при чем. Нужно быть серьезным на максимум. Ваши смехуёчки в последнюю очередь. Мы тут собрались не для развлечений, а для серьезных разговоров. Мы обсуждаем смысл существования. Какая ваша цель в жизни? В чем смысл? В чем смысл жизни? А вот в этом что-то я вам покажу. Уникальный контент, мать вашу. Никто такого еще не снимал. PewDiePie в сраку. Снимайте, снимайте, делайте скриншоты. Никто не подглядывает, не хочу палить свой контент. Уникальный свой контент. Никого нету. Я могу вам это показать, только... Дайте мне ваше слово, то, что никому не расскажете. Никому не расскажете то, что вы видели это как раз таки на стриме у Эдисона. Потому что если вы меня спалите, меня посадят нахрен. Поэтому добро пожаловать. Добро пожаловать в новый мир. Нового. Уникального, мать вашу, на всем Ютубе, на всем телевидении, во всей галактике, во всех параллельных мирах контента. Ну, с Богом. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать на мой второй канал в новую серию топ-донатеров. Ребят, я немного приболел, поэтому я сразу хочу извиниться за мой голос, за мой внешний вид. Я немного красненький вот тут, но это не важно. Даже когда я болею, я ежедневно выпускаю ролики, я стримлю один раз в два дня, и это все для вас. Именно этим видосом я хочу выразить вам огромную благодарность, потому что вы меня вечно поддерживаете. Когда у меня нет настроения, когда я в какой-то депрессухе, или когда я даже болею, вы всегда приходите на мои стримы, всегда смотрите мои видосики. За это, ребят, вам огромное спасибо. Ваша нереальная поддержка на стримах еще больше мотивирует меня проводить эти самые стримы и выпускать для вас видео как можно чаще. Я всем донатерам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Но и не только донатерам, ребята, вы все огромные молодцы, то, что приходите на мои стримчанские. И на самом деле мне очень приятно, когда я вижу на стримах по 4, 5, 6, а то и больше тысяч человек. Про лайкусики и подписки также не забывайте, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Потому что я буду вот так еще чаще выпускать ролики на моем втором канале. Для этого, конечно, еще нужно подписаться, да. Для этого просто, да, это хорошая идея. Поэтому я так думаю, что поменьше разговоров, мы сразу же будем приступать к самому ролику. Поэтому, поехали! Так. Гамсик. Сколько? Сколько, сколько, сколько? Мать твою, стрим начался 6 минут назад, каких 10 тысяч? 10 тысяч, мать твою! Ой, вызови... Сколько? 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 Ты понимаешь, он уже второй стрим скидывает. На прошлом стриме 10 тысяч. Чё и на этом стриме 10 тысяч? Рома, есть! Скайп скажешь? Скайп скажешь? Охренеть! Давай, давай, садись, садись, садись! Успокойся, успокойся! Да, я прям... Сейчас все будет, Рома Геймс. Подожди, тебя... Ты отдельная тема, ты отдельная тема, никуда не уходи. Ёб вашу... Человека убили. Тот и... ЧЕМА!
вообще нахрен с ума все посходили? Вообще, чу-чу-чу-чу. Семья, попугай, зефир. 5 тысяч. Вообще с ума нахрен все посходили. Я сейчас с вами вместе сойду. Вообще чу-чу. Вот так. Я сейчас кофе наколдую. Он наколдует. Так! Гука, перчик. Сейчас, ребят, я прочитаю все донаты. Что ты колдуешь? Колдун! Да-да-да! 10 тысяч рублей! Так, я что-то проглядел на самом деле. Пока я с тобой тут разговаривал, я немного охренел. Марк Лев 1-1. Марк Левин. 10 тысяч рублей! Ты не я, ты не ты должен пугать, я тебя должен пугать. Ёпрасоты. Поднимайся. Булочки. Так, лук, там лук где-то. 3000 рублей, Джибойла! 3000, понимаете, 3! Оху, привет! Привет! Извиняюсь, ну и спасибо тебе большое, сейчас. 5000 рублей! Ёбка, подколоти! 5000 рублей! В сумме десятка уже! Батон мой! 5000 рублей! Сердечко! Это для тебя сердечко, Джибойл! Что снимаешь? Он два рассказывай, что снимаешь. Сколько?! Какие 5000?! Людка, ты нахрен с ума вообще сошла?! Людка... У меня прям до речи пропал. Еще одна вещь, ребята, про которую я хотел бы вам сказать, потому что я забыл это сделать в предыдущем ролике о Игромире. На самом Игромире я долго тусовался возле стенда HP Omen. Если вы не помните, то это те ребята, которые подогнали мне игровой ноутбук, который нереально просто крутой. Также там проходил турнир по игре League of Legends, где две команды уже длительный период времени принимают участие в этом турнире от HP Omen. Если ты являешься фанатом этой игры или просто любишь киберспорт, то для тебя я ставлю ссылочку в описании. Заходи, смотри и болей за какую-то команду. На клаву! Я на клаву плюнул случайно, если она не поломается. Да подождите, у меня мозг сейчас взорвется! Тут холодно просто. 1500 рублей! Сколько мне раз отжиматься, мать вашу? 51 раз! 51 раз отжиматься! Вы нормальные? Да идите вы в пень! В пень идите! 1000 рублей от Овика! Овик, тебе огромное спасибо. Хорошо, я не буду удивляться. A few moments later. Если я не попипунькаю сейчас, то когда я буду отжиматься, я тут намочу весь пол. Поэтому сейчас, подождите. Сейчас меня пипунькать мыть туалет. Где туалет? Я потерял туалет. Пойми. Открываем дверь. Дверь открыли. Опа, включаем свет. Туалет. Ну, брат. Так. Я надеюсь, вы там слышать не будете, как я буду пипунькать. В принципе, нужно, наверное, было микрофон ведущий. Будет разница. Я же от вас ничего не скрываю, ребят. Самое главное дело мы с вами сделали. Попипунькали. Я вернулся.
У нас были такие не торт и МГеймер, и многие кто обещали. Вот зато 1500 рублей отдрать у тебя, девочка! Мать вашу, то есть мне опять отжиматься нужно. Так, музыка закончилась. 1000 рублей! Блин, эй! Я б тебя целовал, честно, за твою огромную поддержку, но я б тебя до смерти зацеловал за то, что ты, мать твою, заставляешь меня отжиматься 3-4 раза. Я же умру нафиг, если я сейчас 3-4 раза. Спасибо. Да иди ты еще 17 раз отжиматься! Девочка! Ты меня сегодня убить решила, девочка! Еще 1500 рублей от девочки! 16 секунд осталось, надеюсь, что она меня не убьет. 1000 рублей отратать я, девочка! Ёперэсэте! Тинтиран, а потом вернемся, потому что я этого ГОСТа уже строил 10 раз! 1500 рублей отратать я, девочка! Так. 1000 рублей отратать я, девочка! То, что я проиграл, спасибо. Сколько написано, не вижу! 1500 рублей, ёперэсэте! Я даже не так огорчился, то, что я проиграл. У меня прям сердце вот так. Give me your money! Спасибо тебе огромное за 1500 рублей, девочка! Я б тебя расцеловал до смерти, честно тебе скажу, потому что девочка спасает уже мой второй стрим. Второй стрим она донатит просто сумасшедшие суммы. Вот и все! Ролик подошел к концу. И я, ребята, еще раз, в очередной раз хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы такие у меня молодцы. То, что приходите на каждый мой стримчанс и смотрите мои видосики и просто меня поддерживаете в любых аспектах. Надеюсь, то, что ролик вам понравился, поэтому влепите огромнейший палец вверх, если да, если вы хотите продолжение. И также, кто еще не подписался на мой второй канал, мне будет очень приятно, если ты подпишешься. Поэтому вперед. В описании есть ссылочка на мой инстаграм. Подписывайся туда тоже. Мне также будет очень приятно. А на этом, ребят, мы заканчиваем. Чё тянуть? Поэтому еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.